стандартный. Не, ну он лук. Хоть кому-то нужен был в этот раз, блядь. Ну я специально взял рогу, блядь, я знал, что будет. А, понял. А что еще упало? Да нихуя. Все, что упало, все у меня, блядь. Все хуета, я понял. Все, погнали, чувствуй. Подождите, дайте хоть добежать, блядь, алло. Владимир, он там бежит. Владимир тоже квест делает. Там сделать. Слышишь, давай и ачивы, блядь, сделаем, нахуй. Там нам не хватает 3 ачивы, да, блядь, славы рейдера Ульдуару, блядь. И у всех будет протодракон 310. И все ачивы изёвые. Ей, ебать, аугу возьмите. Там дворфов жарить, знаешь, сколько нужно? Знаю. Сколько? Ну, просто, минут. Просто, блядь, не бить их, блядь, собирать, да, сделать еще одного танка или двоих, и все. У нас не хватает дворфов, вот этого дурака, блядь, и кошатницы, блядь, все. Три ачивы, самые легкие, блядь. Мне хорошо похуй. Там не 15 минут. Голосование предлагаю сделать. Да, ну а оба, кого не менять тебе начнем? Кто за да, кто за нет. Короче, я после этого босса, к сожалению, к величайшему, извините меня, мне придется уйти, поэтому на меня и заменят. Окей. А кто это, кто это? Владин вонючий. Так, это на готовность или это голосование на ITU? Короче, все со мной ITU делали, все, блядь, нажали да. Аугу, тебе клакар нужен на ITU или нет? Мне, нет, мне только дворфы, блядь, да. И этот, а после клакарна заменимся. И баба. Заходите за калитку, рыбу поставьте. Егор, это не мои, блядь, предпочтения, сори. Да, вы так ты на РЧ дал, блядь, они не за ITU вы голосовали, ты. Ну да, я РЧ дал, давайте, блядь. Подожди, пулять, какие стой, нахуй стой. Пулять, блядь, ты ебанулся а или что, да. Глухой, блядь. Поставьте нахуй шкаф. Да он стоит. Поставьте рыбу, рыба стоит, все, иди. 25 дворфов. Где, блядь, да, нажали нахуй. Ну а чего там делать минут 10? 15. Там просто подождать, чтоб они вышли и дать ей их задуть, все, блядь. Ну, все, давайте сейчас. Сейчас, блядь, на Калагар, короче, что? Надо же там, блядь, заебенить ага. Обе руки, блядь, и заебенить его после того, как убьем две руки через 12 секунд. То есть надо, блядь, чтобы у него было лоу хп, там, например, там 33%. Мы убиваем обе руки, у него остается 3%, а мы его убиваем. Все. Да. Тогда управляй пацанами, давайте. Да, можно же убить просто с помощью рук. Ну да. Одновременно две руки можно, заливаем. Можно убить и так. Я же говорю, 30, если у него будет 33%, мы убиваем обе руки, и, соответственно, он умирает, потому что будут кливаться, пока бьются руки, кливаться босс, и все. Тут разница в том, что челик предложил, что две пачки мобов надо будет собирать, а да бить нет. Босса, и потом на 33, как Кирилл говорит, так лучше, так проще будет. Давайте бить уже, блядь, заебали. Заходите просто... все за калитку, давай чекай, поехали. Я уже чекнул все рейди, давайте. Просто что в босса уже... сейчас на все бабки ебашим. Кастую на. В босса руку выбиваем, когда у руки второй мало хп остается, подбиваем вторую, две разбиваем просто. Все, и босс падает. И ачивка у вас в кармане. Сейчас посмотрим, сколько ачивку, блядь. Два человека полутают или один. Сейчас все, блядь, полутают. У меня есть, не знаю. У меня тоже есть. В руку, блядь. Готовьте. В руку играем? В руку, поехали. В руку выбиваем, играем тело. Выбили, играем. Все по телу. Руку можете тоже подоптывать. Но не переусердь. В руку, да? Бывает. Не повезло, не фартануло. Все звук был. Руки выбить? Это на этот фитка, блядь, сдох, кажется. Я бачу, успел отбежать, нахуй, чуть не сдох, нахуй. Ну, а ты, если бы ты здесь умер, я бы не удивился. БЛЯТЬ! Сука. Вот истерии. Вторую руку подбиваем, сейчас освобождаем. Да не спеши, подожди. Босса играйте еще. Посмотрите уже. Да там уже надо руки бить. В руку играем. Там лучше бить, поехали. Играйте до конца, в руку, да и все. Справа играйте.
Там 12 секунд. Да в правую, блядь, сыграйте. Все, колите руки пополам. Две руки. Обе. Ну и вторую заливайте резко руки и все. Чё? Ну что, две ачивы, нихуя себе две, блядь. Хуя, блядь, вагоном, блядь, в рейде. Просто кто-то с пугами делал, блядь. Че, сразу кошадницу взял? Да, ты... сейчас и на ней будем делать. Три танка, кажется, надо. Че, попал один, все, да, ты отлетаешь. Я тебе тогда ЕП дам. Так, мобов там не пульте пока, дайте лут поделить. У меня, жалко попросил лампа. Во второй рейд пойдешь, у меня во второй рейд шумов нет. Зачем тебе идти, блядь, на пару боссов, лучше на фут идешь. Да не. Ульца на сил. Ульца на сил. Мне ж не могу сказать. Тебе нужна эта перчатка? Клес. А, нет, по-моему, не нужна. Я сейчас пытаюсь найти свою перчатку. Купишь Т9, если что. Ладно. У меня, по-моему, Т4. Задержал. Спекайся в танка. Так, смотрите, нам нужен еще один танк. Ауга, спекайся в танка. А Пук уже в танке. Смотри, ауга будет, значит, на мобах, на кошечках. Держать их в стороне. Смотри, короче, ставим вот так сейчас. Там у него нужно... есть ярость берсерк, он может каст босс сбивать. Смотри, там нужно, короче, Буку и Егору и Лудомиру встать на максимум, ну типа, чтобы Лудомир их на макс рейнже хилил. Потому что эти кошаки прыгают и ебут пиздец. Вот эти четыре. Типа, их просто танков не отдать. Смотри, вот я поставил 4 метки, вот босса с пулем в квадрате, потом с квадрата перебежим в череп, потом с черепа в крест, с креста в полумесяц, она уже к этому моменту умрет. А пускай тогда, давай не ауга, пускай Егор тогда, берешь босса, берешь трэш вот этот, вот котиков этих ебаных, и отводишь их где-то, наверное, вот сюда, где трусы стоят. И, соответственно, Владимир, на нем держишь частицу, просто его столбом хилишь, и все. Трэш, пойдемте, давайте, что вы стоите, ебать. Че, в три танка я? Не башу. Да. Давайте, трэш. Ты остался по ФБС с этого? С этого по второму играйте быстрее. Скала гарна есть, хочешь скину? Не знаю. Нет, Салагалона нету. Добивайте быстрее. Так, смотрите, босса, значит, ловим в квадрат. В этот момент никто никуда не бьет, никто ничего не кливает, ничего. Егор, забираешь на себя всех котов. Соответственно, два роги напуливают котов на Телдрина. Егор, ты отводишь вот их вот туда в трусы. Все шаманы ставят У всех стоит тремор. А уга тогда на тебе будет сбитие костов. Так, мне что, в ДД прыгать или что, или в танк? Это кто говорит? Ауга. Ауга в танке. Никого не держу, да? Нет, давайте тогда вообще сделаем по-красивому. Ауга и Телдрин. Нет, давай не так. А Телдрин и Пук буду держать этих котиков. А Ауга один на боссе. Нам на босса два танка нахуй не надо. Там они, которые уже перепрыгнут на нас. Пук и Телдрин, берете всех котов и отводите их туда в трусы. Смотрите, давайте, ребят, так, прям жестким будем. Первый, а что там, не оттуда да. Они если будут стоять в трусах, а мы тут стоять в черепе, они до нас достанут? Да, знаете, как сделать? Лучше смотрите, вот они вдвоем спулят котов и мобов вот тут, да? Угу. А мы все будем стоять вот здесь, и просто варс с них затаунтит босса, и все. И босс к нам придет, и все.
Они с котами пускай внизу стоят, да? Да, но не внизу, мы, они вот тут сверху стоят. Да, вот тут вот будут стоять. Мы сверху. Нам рейнджа нужна большая. Да, да, чтобы нас не прыгнули. Вы тут просто словите босса и котов, а вар с центра типа ставьте того и все. Там, если что, вот этот дебаф, который коты вешают, ну, типа как кровотечение, которое стакается, бопом можно скидывать. Не обязательно рейнджа. Если вы моментально можно... бопом скидываете и обратно. Давай, пуль. Убираете. Можно залозить. Что мы делаем? Никогда таунтить. Отойдите все сюда вот. Пойдем сюда налево. Между двух кружков эти. Быстрее. Идем сюда. К кресту всех, к кресту быстрей. Таунти босса, иди к нам. Егор уже отъехал, блядь. БР Егора, Вася, быстро. Веди. Веди в трусы. Да. Веди сюда босса, дальше еще. Там пал сам по себе скинешь боком. Этот. Космополит, подними руку того. ДПС. Не уводи за угол, не надо. Не уводи сюда. Тут не держи ее. Давайте Гиру, давайте ебашьте. Они отагрились. Все, бейте спокойно, бейте. Забейте. Отагрились. Ну там есть баг, они типа отагриваются. Тревора обновили быстро, бейте все босса, на все бабки. Пока они не прибежали обратно. И трэш тут не с пульте, стойте все здесь. Минус танк. Ничего страшного, трэш стоит, а пока забей. Он нам не нужен. Кинул антифир, похавал. Ауга, когда кинется лужа, подведешь босса кота, просто к нам сюда ближе. Заберите, которого он призовет. Его тоже нельзя убить. Куда подвести? Сюда, ближе ко мне. Егор, твой большой... Только уводи... не к трэшу. Забирай кота, уводи его, никто его не бьет. Заходите за стенку. Чтобы на вас не прыгало. Егор, далеко тоже не убирай, стой там. Уходи. Чё, новый код вышел, забирай быстрее. Это не новый. Этот припрыгал. Хорошо. Давайте быстро, 10 лямов вонючие, блядь. Егор, живи там, хильте Егора быстрей. Частицу на него. ТТМ уберите. Переставьте ТТМ сюда быстрее, в угол все. Егор, отведи его подальше, туда, где пук лежит. Дамажим. Ты заебал. Маз диспал быстрее сюда. Заводи его в ее сюда дальше. Ёбаный котик, дай ему стан. Котик. Котик, сука. Он не фирится? Котик, я котик. Нет. Это Симба, ебать, на арене просто. Да это, ага. Блять, Муфаса, нахуй. Муфаса. Ай, блять, сейчас съест, нахуй. Давайте, добивайте 300к, блять. Все, блять. Лице. Красиво. Так, и остается последний ачива, но это она Старкрыла, это в самом конце, там, конечно, придется повисеть чуть-чуть, но ничего страшного. Так, ладно, поехали. Сфера. Скрипт нужен кому-то этот, нет? Он вылетает вообще у вас или нет, я нихуя не пойму. Нет. А сейчас? Нет. Сейчас я релох напишу. Там вылетало оно, Это, наверное, у престов не вылетает. Это только паладином вылетает. Ну, паладином вылетает, да. Я манускрипт линкую. Так, хау тебе. Плечи. Это тебе на мейнспек или на транс? Я хочу себе на мейнспек взять. Меткости не хватает. Бери. Вармся. Я хочу себе этот меч на транс. Можно? Спасибо. Хуясь. Аж он приколдес, наверное, транс под космос, как раз смотри, космос синий и меч синий. Вообще я больше хотел бы, блядь, с который с десятки с этой падает. Так, мы на пожарного идем, да? Да. Давайте же запрямимся сразу же. Проебал вспышку. Перерыв дадим на торин. Так что давайте, ебать, не ебулите, прошу вас.
там на Алголоне давал гимн на ХП и на ману без команды. Если что, буду давать, буду говорить. Там, если что, не тихо говорить. Так, тут танк нужен только один, поэтому ауга, спекайся в ДД. Ну, могу не давать, но если что, просите, там, звоните. И ауга, крик на АП не надо давать, крик на ХП надо. Присты сами, блядь, 4 приста. Видите, что Райду пиздай, блядь, на второй фазе, блядь, сдали гимн. Только это говорите, понятно, если сдаете. Да там похуй, они стакутся все равно. Я кастую гимн, когда мне говорят по никнейму. Ну, кто говорит, на Верона? Да. Женек, ну сильно рейда. Так, давайте, ребят, первая, третья пачка в левую кабинку пойдете с пула. Вторая, четвертая направо. Ладомир, Суф слева будете, два шамана и я справа. Поменяй шамана в пати. Вторая, четвертая направо? Да. Да. Так, вот так вот. Сейчас. Потом двигаемся все мы на третьей фазе. Двигаемся все мы за Дерфаном. Сейчас поставлю метку. За черепом. Надеюсь, не скинется. Вот вам 4 метки, бать. Это приблизительно, не бать. Слышишь, у нас батарейки нету, да, были, получается? 3 приста. Приблизительно третья пати, там, допустим, в кружочке, бать. Четвертая пати, допустим, в ромбике. И, ну, от этого, типа, от, ну, рассадки по кругу. Все ставите там звездочки, потом хилы, ебать, то есть должны набрать четкий целый круг, ебать. Не так, чтобы все стояли, ебать, в одной метке, ебать. Рассосались, набрали ранжу. Первую лужу на второй фазе мы скидываем, выбегайте ближе к стенке. Скинули туда ее, вернулись обратно. Стали чуть плотнее, ебать, когда вернули, чтобы вас хилы доставали. Тогда Егор на этом... Залежь, да? Под этим лужицей. А чё, крик на ХП можно вместо... Давайте СС, еще раз значит СС. Малагу, Малаксуфу, Квазиверу Биполярному, Дарафан по Пуку Дракона. На Ладомире висит. А Мончик по Космополиту. Давайте вот так дали СС по нашим БРУ. Массакр, тогда там все по команде сдадите, ебать. Чё там еще нужно знать? Космополит кулак просто, дайте кулак. Лас фаза, ебать. Стоим, третий стоит в центре, ебать, четвертый стоит перед боссом. Не стойте все, блядь, в одной точке, ебать, там. На лас-фазе тоже ебало разламы только в пул. Давайте, ребят, даю еще раз ручи на пул. В принципе, все более-менее здесь все поняли. На тут же фазе... так же шабан, который Велихасту ставил, ставьте. На первой фазе держим все рейндж между друг другом, рейнджевики. Не ловим, блядь, напал нахуй на всех. Че еще там можно напомнить? Внимательнее за обстрелом, блядь, за минками, ебать, за... Сейчас с этим будет... Как вот, блядь? Шоковый удар. Все, отбегаем. Особенно это относится к Женьку. Давай, нажимай, поехали. 2-1, огонь, мы бежим. Жаба. Тут еще огоньки, блядь, да, с них надо прибегать. Они путя кидаются, они будут аноситься. Это не очень, напалм. Это, если вы напалм словили, прожмите сейф, либо подхильте себя. Напалм, ребят, я дай боже на, так что... 5 секунд огонь, парни. 3, 2, 1, огонь. Перебежал. Смотрите, аккуратно, мина там насыпала. 5 секунд огонь. 3, 2, 1, огонь. Шоковый. Женек, блять, понятно. Дамажу. Шел. Переводим. Давай, Пук, подними, Женька. Крестик, бежим. Ладомир, нажмешь сак. Ой, не сакрал, а этот. После пламя станешь, понял? После пламя. 3, 2, нажимай. 1, выбежит. Нажал, ма? Сильно не рассасывайте, сейчас тут будем оставлять. Вставай быстрее, Женек. Тут еще огонь надо оставлять. Так, на рыбах.
квадратик, сбегите. Подходите сюда быстрее. 5, 4, 3, 2. Все, рассосули сделали? Сейчас нажимаем припотики и бьем во все лучи. Гера 40 секунд, когда еще есть? Ладно, бьем. Пламя 5 секунд. Владимир, нажмешь сакру, нажимай, 3 секунды пламя, 1 огонь. Все, вернулись. Все остальные пламя можете у нас выбирать. Сейчас лазерный будет. Лазерный. Беги, малышка, беги. За спину, закинулся, за спину. После лазерного... Вася, блядь, ну что у тебя не получается? Ты не можешь в оленя прыгнуть, нахуй, перебежать. О, олень в комнате кидается. Нажимай сакру, Егор. Биполярный, БР, суху, быстрее. Бьем. У него... Нажимайте свои сейвы, нажимайте камни. Аверно, давай гим. Забафали быстро Васю. Сразу Васю забафали, сухо. Труфан. Кильте. Достаньте на эту сторону, где лучше, типа. Я с огонь скину. В центр подбегайте. Три, по лишним играют. Один. Огонь. Выбежали. Побежали к нам. По лишним играют этим петухам, только Абу-Даби и Пудракон. Два человека вот назначайте, как и на ночь. Пристоезди им на ману. Да, отдаю. Жму то там. А кто будет танчить голову, дайте убегать оттуда. Ну, правее, там огонь идет. Один. Бомбот. Бомба, ушли нахуй. Перебегайте. Омончик. Доспех, и нужно было кидать его. Егор, затаунте, блядь, голову. Штурмового играйте быстрее. Садите сразу голову. Егору нужно было набирать в голове. Что, бэр, омончик? Бомбот. Голову сажайте. Сейчас пламя 5 секунд будет. Женек, ты если что, можешь шаку выкинуть на голову, блядь, отдать зеленку и грипнуть ее в себя, и она не убьет тебя, блядь. Прибежали. Будет сажать? А вот тушат, все началось. А вы не подобрали, да? Бомбот. Бомба. Ну быстрее, оковы, 2 ДК, блядь. Сейчас пиздали, это полурейда, да. Стоим. Объединяем. Пламя 5 секунд готовим. Крутиком, блядь. Перебежали. Бумбот. Спустите голову. Сейчас бумбот будет третий. Бумбот. Ушли быстрее. 2 секунды огонь. Да все, упало. Давайте, что вы гоню ебанский, идите, чалочек, в этот. Давайте скинем. Вот тут, давайте вот тут скинем, чалочек. Ну, вот все стоят под стенкой. Давай, вот тут скинем. Есть и мало, Дамир? Блядь, куда нахуй. О, ну, подходите все в трусики, быстрее. 5 секунд пламя. 3, 2, нажимай. 1. Огонь. Выбежит. Убивайте всех сигнальных. Забейте на них. Ай, блядь. Нажми сакру, Лудомир. Да сука, блядь. Даю на хп, хилит, даю на хп, даю на хп. Давайте Геру. Геру. Полярного и БР остался. Огонь 5 секунд, готовимся. Вышли, Паша, вышел. Да убейте. Марафан. Подал. Убейте сигнальных. Подойдите. Мобов затушите за спину быстрее. Убейте этих мобов нахуй. Просто задотайте их, блядь, и все. Управляйте, они вам, блядь, их мешают. Играем. Сейчас. Голову главное танчи. 3 секунды пламя. Кого голову? Это один фон. Пламя. Перебежали. Милики, играйте в грудь. РДДшники, грудь просто дотайте. Шоковый.
Шоково, шоково, отошли. Сейчас будут минки, сразу переведешь. От бомбы отбежали. Отбежали от бомбы. Уйдите. Из-под кнопки, дальше уходи, уходи, уходи отсюда, блядь. Вася, бетон сейчас сдует нахуй. Понятно, блядь. Вася тоже, блядь, голова ебать. 3 секунды, вышли. Биполярный, суфа подымай. Луч, выбежали. Все, посыпались нахуй. Я не могу план рейда прокидывать, где они вообще находятся, я понимаю. Беги, малышка! Ладно. За спину. Милик, если кто-то живой из вас есть, играйте в грудь. Левой тенис просто. Пламя. Тоже. Переводи босс. 3 секунды пламя. Шоковые ушли. РДД тоже бейте низ. Задутайте просто низ на фул. У низа больше всего хп. Биполяр, у тебя... А, ты мертвый. У тебя СС висит на нем? У меня СС, да, но тут... Так встань. А где ты лежишь? После квадрата. Пламя, готовимся, 10 секунд пламя. Сейчас там бомба лопнет, наверное, можно. Идти куда хочешь. Все, я встаю, можно отпрохилить? Давай, давай, быстрее вставай. Вставай, подымай суфа. Да, тебе там далеко было. Прохилили. По минам аккуратно. Больше играйте вниз. У низа 500 тысяч, у гру... или точнее нет, в грудь играйте там 700. Играйте в грудь. Все, Егор разбил. Три секунды пламя. Там Егор убил. А угощи добиваешь. Танчите, добивайте. Кому танчите, блять, еще раз? А кому? А угощи может одеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, счет же. Маловато. Да это, блять, потому что мобов этих не подстреливали. Он откинул, он на пол рейда нахуй лягло, блять, от этой хуйни. Вот это оставлять, не оставлять, вы босса не водите. А зачем вы рейд держите возле огня? Почему там, там было куча пространства, куда можно провести рейд, ебать? Конечно, вы просто положили рейд нахуй. Забейте, блять, вот это вот автофин, блять, убиваете нахуй. Вы с прошлой недели, что ли, не поняли, что они вам мешают? Да там основной урон был от струи воды, то есть... Да, там люди поумирали от того, что, блядь, не видят нахуй бомбу, особенно он. Я сказал шаману отойти, и Васе, блядь, сказал. Вася все равно сдох. Перед тем, как переводить босс на третью, надо весь трэш тупо, весь трэш убить там. 100% надо убивать. Да не обязательно весь, если двоих оставить, ничего с этим не будет. А не так, как сейчас было штук 8, блядь. Ну, если у тебя комната без огня, то есть весь огонь затушен, ну, то они... Ну, если огня нету, то они, конечно, не нужны. А если есть, то надо 2 штуки оставить. Не, не легче просто механику узнать и отбегать от огня, а не стоять на месте весь бой. Легче, блять, их убить. Чем механику узнать? Ты не согласен. То у меня глюк или в этой группе 4 человека? Да, глюк. Купить себе хороший компьютер. У меня, это меня не показывают, я не знаю почему. Нет, а принеси его из рейда и обратно в рейд. У меня тоже не показывают меня. Я же говорю, сейчас просто релогнусь и все. Не-не, перенеси себя в шестую и обратно закинь. Будет показывать. Жрите. Давайте, ебать. Добивайся. Ебать, вайп на мимироне, я ебу. Сейчас поздно. А вы еще, ну сам возить вайпитесь? Конечно, лайфаемся, нахуй ты что? Илюх, у тебя еще... Блять, не один раз, наверное, да. Вот такие плаги там играют, что пиздец. Ну, у меня критерий. У тебя Xperl стоял? Да. Там просто в настройках пати отображение включаешь, он появляется. Да похуй вообще. Там челы, блядь, на первом шоковом умирают, что ты похуй. У нас тоже умирает, он Женек, смотри, блядь. Это настройка графики, эффекты и нижние три галочки, Женёк, убери. Женёк? А, Женёк. Сейчас, подождите, у меня тут какая-то хуйня с настройками образует. Почему-то выключился оконный режим, блядь. Что-то мне кажется, локами надо переставать играть, надо вон магами играть. У них петов нет, заебись ДПС, блядь. Ну да. Всё, типа, ну нормально всё у всех. Встали там по местам. Давайте покушать рыбку, пожалуйста. А лемом тоже нормально, кстати, здесь цепухой можно заливать.
Я прошлой Ильи на первом месте был тут. Один таргет, да, можно поливать. В три таргета на четвертый МК. Тут в том-то и смысл, что надо максимум АОЕ. Дайте МК. Если вы вдвоем не справляетесь с писюками, ебать, с этими, давайте я третьего вам дам человек. Да они просто их оставили. Не надо их просто оставлять, убейте. Просто перед тем, как переводить уже босса на лас-фазу... В смысле оставили? Я бью, бью, блядь, постоянно. Ты просто слабый, блядь. Бьёте, блядь. Отойти не могут и пиздят на другие. Давай, Александр, нажимай. Тебе нравится, да, не нажимай? Я ебал кнопку. Чисто себя боссом, на. 3, 2, 1, пламя. Это будет красивая победа. Вообще, блядь. А сосули сделали? Он просто приподнял. О, она. Где Гро? Опа, сюда она. Шоком. Пламя 3 секунды. Верно. Огонь. Хорош, ребята. Да блин, мне просто съебаться тут. Вино. Клайм 5. 3, 2, 1, огонь. Шок. На. Вот, пес плохо вырос, попал, все, бейте, бейте. Все четко, туф. Встали. Ассессор, речь? Ассессор, давайте тех, как она назначалась. 5, 4, 3, 2, 1, а нажимаем, а. Ладно. Не рассасывайте сильно, куда вы побежали? Сейчас же еще раз, блядь, надо будет оставить там огонь. Пойду портал, портал. Ой. Куда? Да, да, я удаем. Квадратик, Женек, ты куда побежал? Я круги наебал. Оно не придет на нас, вы можете уже стать куда. 5, 4, 3, 2, 1, огонь выпрыгнул. Все, рассосули, сделай круг. Рассосули. Вера. Около кнопки никого нет. Отойдите от бомбы. Пламя 5, 4, 3, 2, 1, огонь. Нажми ему. Ой, сак. Больно. Бьет. С обстрел будет. Беги, малышка! Зачем вы туда бежите, блядь, пиздец, вот по нахуй, дурачки. Вы только в огне, блядь, там не сдохните в мили, нахуй. Масакра, огонь идет за нами. Масакра, Рогатога, ты где? Блядь. Даю на ХП. Бежим ко всему рейду, который Тимкин. Владимир, Рогатога. Печеньки, огонь надо под босса скидывать. Зачем вы стоите вокруг босса? Вам анонсят время. Пойдем. Не можете под босса зайти? Три, не надо скидывать. 2, 1, перебежали направо. Рогу забафали резко. Гимнома надо. Давайте. Тотем ставлю. Голову. Сладомира забери. Пламя 5. Женёк и ирландец, бомбы ваши, бомба. Надо оковы кидать вам, блять. Бежали. Сейчас большой идет, убивайте большого. Сажайте голову. Похуй, что она будет в окне плавать. Там, блять, огонь надо перемещаться. Лута нету, лута нету. Лута нету. Как лута нету? Он сам тут меняется. 5, 4,
3. Кто забрал, кто-то, нет? Один. Огонь перебежал. Кто, видимо, не... Слово сигнали. Никто не забрал, валяется в мобе. По кайфу, чё. Чуть-чуть сместитесь, там сейчас огонь там идет, и там сигнальный душ. 3, 2, 1, огонь. Жар. У меня много как. Садите голову, пойдемте к двери и будем скидывать огонь. Бомбот. Пойдемте к двери. Через босс. Трусь. 5. Да хуя. Есть ма? 3, 2, нажимаем ма, 1, выпрыгнул. Поднимайте, поднимайте рейд быстрее. Я двоих оставил, у нас, блядь, огня миллион. Огня миллион. Какая-то куча. Это какие двое, блядь, если их тут пизда сколько, блядь. Убивать РДД, всех мобов надо убить. Да, там убивать, у нас не спеши. У нас огонь, пиздец. Два сигнальных, пускай станут. Два, пускай сигнальные, будет всё. Отойдите, нажми сокру сейчас. Сейчас задача, вы просто ждете сейчас. Два, один, огонь. Все, пошли. За квадрат становитесь, и все, и вас тут ничего бить не будет. Выводи, выводи, выводи. Да сейчас же ж ебанет ракета. Вы что, сука, слепые, блять, нахуй, трое, блять. Блять, ебаный сигнальный. Пламя, 3, 2, 1, пламя. За спину. Лазерно, за спину. Понятно, нахуй. Сыпятся, как, сука, говно, блять. Первый раз сюда пришли, пацаны, блядь. Суф, у кого БР есть, плюс-минус. Космополит БР, полуграфан. Космополит БР. Переводи его. Меня на ромбе кнопки веди, кнопки. Тут нет огня. Пламя 5 секунд, около такие. 3, 2, 1. Сейчас, добегу хоть чуть-чуть. Да. Ну у нас прохилом, где все? Да, да, да. Все, за... все, блядь, просто умирают от этой хуйни, блядь. От молнии, блядь. Бейте мир на другой стороне. Не бейте сигнали, как они выходят. Не их убивайте сначала, они нихуя не потушили еще. Конечно, что-то я тоже не понял, что за молния, блядь. Но мы все стояли просто, блядь, ну, блядь, в одной точке, ебать. И у нас всех похарил. Он просто, блядь, смотри, труп, ебать. Это не прохиливается. Он просто всех захуярил нахуй. Блядь, в одну точку, ебать, кто-то хуетой, как он называется. Сейчас скажу. Да импульс там. Короткая очередь. Импульс, нет, импульс излучатель. Ну это ну это обычный демедж этого. Давайте вот здесь надо как-то рассасывать. А когда мы так все стоим в одну точку, нам надо прожать масселы. Это не прохиливается никак. Он каждые 2 секунды по 7-8 тысяч бафает. Вот скажите мне, пожалуйста, Женек, ирландец и жабы, у вас со зрением проблемы? Не видно огромную красную войд-зону под ногами? Просто трое нахуй уехало на ракете, блядь. Сами и полудраконы, не бейте сразу, блядь, как они выходят. Они нихуя не потушили, вы, блядь, всех. Вот сейчас еще вопрос такой. Под конец перевели прям через центр комнаты босса. Половина рейда просто обрезала огнем. Там фул комната в огне была, там нереально было. Да, но вот получается, когда босса переводили с одного края, ну, платформу вот эту, на другой край кнопки, тут по центру все огнем перелило, и половина рейда просто была отрезана. Смотри, почему, что это за огонь был? Это был огонь, который он кидает на второй фазе. Когда РЛ говорит 5 секунд до этого, до взрыва, вы должны все забежать у босса. Он под собой тушит огонь. Но нет, все стали, все РТД, вообще никто не сбежался под босса. Где? Где на второй фазе? На второй фазе, да. Я тебе повторяю, мы не сбегаемся на второй фазе. Мы бьем так. Мы первый огонь выносим, блядь, в стену, остальные разливаем как есть. Потому что мы трайли, у нас не получается сбегаться нахуй, блядь. Значит, огонь в центр. Окей, окей, странно. Блядь, я уже полтора месяца сюда хожу, это первый раз, что мы тут вайпаемся нахуй. Есть такое. Мы спокойно сюда убивали и, блядь, без сбегания. Просто из этого огня сейчас, который остался после второй фазы, вот мы сейчас в нем захлебнулись.
Потому что вы, ну, потому что за человека мобы выходят, вы их сразу бьете. Они не успевают потушить, вы, блядь, сразу тушите. Дайте им набраться. Мы потом просто все сличнимся, блядь, ауешками зальем. Все. И бейте их сразу. Пласки все обновить. Значит, надо не переводить босса, а ждать, пока миссии не все потушат, и потом уже по команде залить и трэш и перевести. Паша, босса. Паша, есть масло? Угу, спасибо. Клевос, Малак. Бивос, бегаю, окей. Малак. Малак. Тут можно жить, идем? Просто в огне не стоять, и все. Бля, еще кто-нибудь, кто бьет, блядь, бошку, аносите, в кого она, блядь, ебать играет, чтобы человека, блядь, прохиливали, че, ну, блядь. Я его Егор забирает ее сразу. Он только бить начинает, Егор забирает на себя. Так он же огонь не может не играть. Чего? Он стоит, тыкает просто таунт, и все, она все время почти его бьет. Тарелку там в нее хуярит джагу и там, таунт. Она весь бой почти била его. На четвертой можно на пул дать веерами, с адреналином, с мясорубками, со всей хуйней. На второй фазе он успевает всего два огняски. По факту это типа хуй-то, надо же тушиться. Клевус, давай разопляйся. Бля, может с пулем подойдя? Не надо. Че ему, че там будет, значит, единица? Да ну сдохни там. Прости. Еще, блядь. Вон тут, иди сюда. Давайте, типа, собрались там. Не булите. Время теряем, тут полчаса уже сидим, блядь. А вы еще собрались драку дойти, где вы двор, ебан. Давай, запускай. Отсчет времени до самоуничтожения начал. 3, 2, 1, огонь. Это будет красивая победа. У нас не кинулся. Значит, можно сюда встать, чтобы под... Оранжуре надо набрать. Ну, как сложно. 5 секунд, огонь. 4, 3, 2, 1, огонь. Бля. Прожмите все кучки, у вас легче голос. Три, два, один. Ебать, никто не сдох, я хуею, блядь. ППшки, давайте двигайтесь вперед. Зря сказал. Приводи. Бежим. 5, 4, 3, 2, нажимаем, 1, огонь, выпрыгнул. Саня, ты клацаешь эту хуйню защиты от огня? Угу. Нормальная тема, блядь. Подальше отбегайте от двери, чтобы дракон, чтобы огонь шел, блядь, за танком, а не за вами. Как скажешь. Бегайте к квадрате. 2. Огонь. Ну, такой вам по. Похую, козе баян. Похую вообще. Вер. Пять. 4, 3, 2, 1, огонь. Дамончика не могу бросить, где он вообще и... Вот такого не только я не могу бросить. Каким стоит? Далеко стоит. Сейчас лазер надо. Кто? Беги, малышка, а? Беги! После лазерного, Егор дашь масса. Ладно. Отошли из мили, блядь, все сдохнет.
Все, закидывайте этого урода, блядь. Гимн на ХП сгорает. Все, блядь, вышли с ракеты. Вышли с ракеты, быстро. Вышли, вышли, блядь. Я смогу встать. В трусики. Можешь встать, почему? Я не могу. Подо мной лужа. Я тебе сразу щитом вставай. 3, 2, 1, скинули, бежали. Давай, вставай. Хорош. Дайте ему БР. Пойдемте. Он, стоим здесь. Биполярный или кто-то один, не два, блядь. Кинем здесь огонь и передвинемся в звезды. Егор, забирай. 5, 4, 3, 2, 1, огонь, перебежали. Бежим, звездочку. Блядь, у вас 3000 шп, ребят. Человека поднимаю и сразу же пав, нахуй. Буду ругаться на эту тему. Финально мы отбежали. Играем гол. Тут можете штурмового разбить. Бомбот. 5, 4, 3, 2, 1, огонь, прибежали. Я в пиве. Заедем. Даже смещаться, вот огонь стоит. Нормально. Да, все, перебегать. Сейчас еще вы огонь скинем, 5 секунд. Трусы стали, все быстро. 4, 3, 2, 1, огонь, перебежали. Малах, ну ты че? Корота, стенки. Как же они огонь уебанцы? Просто не домажьте голову, подождите, пусть под... Суфер не мало, а мне твой бой? Стоим стенки, идите сюда. Кнопка. Они, блядь, вдвоем нахуй отдали БР, блядь. Так я ж сказал, суп, БР, блядь, ничего. Значит, спросил, блядь, у биполярного нахуй хуй занимает. Суфа есть, БР. Прибежали. Они вдвоем дали нахуй БР, блядь. А, мало хочу. Пуша гимн на ману пою. Играем сигнально. Играем сигнально. Все сигнально. Всех сигнально. Просто залить. Полетели. Дальний сигнально. И 3, 2, 1, пламя. Бежали. Лови босса вот тут, в печеньке. Сигнально вот это доигрывали. Последний. Соситесь по комнате. Кто в центр, кто по стенку, кто под босс, кто за босс. О, там синий. Переведешь. Переводи. Пламя 3 секунды, 1 секунда. Огонь. Звучай выше. Сейчас обстрел будет смотреть. Куда он шар кинул? Он уже взорвался. Даст обстрела, даст сокров. Нажимай. Сейчас пламя будет пересекать. Уходи. Переводи. Слить. Сосал ты переюзайте. Пук, БР или Дарья. Переводи дальше. Где ебаная бомба на. А, вон. Есть сакра лудомер? Да не бойтесь. Блять, а зачем по бомбам там? Сейчас три. Нажимай. Голову больше дайте. Нажимай. Переводи. В голову больше, сука, не в грудь, нахуй, которая 6%. Даю на голову. И потом... Клей у вас тоже на ХП есть. Шоковая будет. Я отдал. Потом на ману. Азер у нас дай на ХП. Шоковая отсекли. В голову играйте, 10%. Лазерный. В голову играем. В голову, вниз и все остальные части, все разбиваем. Давайте на огне нахуяч. Добивайте, блять, это говно, сука. Не. Центр. Ебать, тут ачив. 1, 2, 3, 4. Хорош, блять. Колясочники. Треснете меня.
А хотя все... Маскрез дайте, да и все, чего. А он шоковый спел док оставать или нет? Нет. Я так и не понял. Как это так работает? Интересно. А, вот там, эти... ну, блядь, баги. Наручи, бисцевые, интересно, кто заберет? Ресните меня, я скажу, кто заберет. Потому что я сказал сов БР. Потому что, ну, типа, я смотрю, бля, что рез там биполярный, думаю, суп есть. Биполярный, рез. Если не говорят биполярный рез, то не ну, надо рез. Ну, как бы ты сказал. Я ты не сказал, говорил. А, ты сказал биполярный рез. Я его поднял, потом не вернулся. Он хау вообще не слышит. Закрыли тему. Я помню, что мало ты вылетел, ГПшечку тебе. Так, не пояс. Никому? Хау, держи. Перчаточка. Все, пошли по этим. Так, что мы решаем? Токены мы на халяву даем, правильно? Да, да. Нахуй нужны уже. А мы уже, они уже по факту уже никому не нужны. Можно просто в боссе оставлять уже. Я в прошлый раз так и делал. В втором рейде. Че сейчас кто? То да. Хадир, мимо, это тифры. То, Хадир, точнее. Первый Хадир, то. Тэпайсись в оранжере, сразу вот этих хранить. Пойдем. Надо по роллу, да, Мерланец выиграет 96 у него ролл. Двери опять. Бисовые запы, поехали, блядь. Перекор будет на то риме. Тогда будем распределять метки ставить. Давай, Егор, здесь тэпайте, да, что вы делаете с другой стороны? Сразу вот эти буревестники почистим. Блять, на меня комбо откинулся, я не успел запад. А кто выиграл запад? А, вы туда тпшнулись? Да, в оранжерее. Ну, там женек походу забирает запад, у него приур выше. На 2 ПК? Ну да, он был... Не знаю. Стал вообще на ДК. На 2 ДК. Ну, блять, у него приур есть? Есть. Человек ну, ходил, ходил, давай. На блад за лупу на ДК заебись. Так, я, если честно, я бы тоже лучше по Ирландцу отдал бы запу. Уже ЖК есть, а если они ему нужны, то давайте. Если он может уступить, то давайте работать. Че, мы Тори пойдем или куда? Не ходи. А Хогером просто... Убейте там какой-то трэш, чтобы с меня комбат, пожалуйста, слетел, чтобы я запы отдал. Сейчас добьем. Вон, он уступляет, уступает. А давай Ирландцу. Стоп, один приходит. Там типа в Бладе же РПБ надо, нет? Конечно. Да, в Бладе надо. Ирландец отдались? Цеплятор. Блад, да у меня зависло. Сколько там на ней ГП, они что-то без ГП отдались? 141. 141. Волшебника, ты будешь десятку собирать? А чё ты? Так, мы на кого идем? На Торима? На Хадира. На Хадира? Ну, продавать АД, как белый там, магу. Бизнесмен, нахуй. Волшебник-бизнесмен? Да, РМТ делает. Волшебник РМТ, парень. На фанпэй у него есть аккаунт, продает. Ирландец, ты завис, да? Там уже ирландец нихуя себе идет. 39-я пуха, 39-й, блядь, запы, что-то еще 39-м есть. Все, 39-й забрал, можно пойти поспать. По левой стороне бегаю. Надо бы, чтобы Скалагарда 3 не падала, чтобы нормально миликов зарядить. Было вообще красиво. Я ее на ретрика забрал, прикольная триня. Пошел нахуй. Нормально, нормально. Нормально. Заанролил чисто, блядь. О, ехать. В следующий раз буду пухнуть. Загробный.
Егор, сними с меня, пожалуйста. Играем за гробника, потом остальное трэш. Вы что, его забанили, что ли? Бая ворвался, пятнаха ДПС, блядь. Ворвался, так упал. И даже никто не сдохнул, трэш. Шка? Это победа, блядь, нахуй. Мы, блядь, осилили его. Это красивая победа, давайте не обостримся. Так. Еще.